вот он, отель, в котором мы остановились. Света называет его гангстерским, потому что 27-й год, когда отель построился, это было время Аль Капоне, это был расцвет этой мафии. Да, но у нас сейчас будет тур 4-часовой по городу. Давай отойдем, мы мешаем. Будет 4-часовой тур, нам все расскажут. И про мафию, и про современную жизнь, и про архитектуру, и про все остальное. Естественно, центр города, и кроме того, юг. То есть мы в пригороды не поедем. Но южная часть, его, это достопримечательно тем, что там есть самый престижный в Чикаго и один из престижнейших в мире университетов, университет в Чикаго. Чикагский университет. Святой Вацлав. Святой Вацлав. Вы были в Праге, да? Нет, в Праге не были. Святой Вацлав – это памятник президенту Масарику чешскому, первому президенту. Когда развалилась Австро-Венгрия, вы видите, друзья, такую скульптурную группу, называется «Время». Здесь вообще летом вода, как бы называется фонтан «Время». Вот, и вот это стоит само время. Это время, оно смотрит на жизнь. Вот, вот она, жизнь, в разных ее стадиях, проявлениях. Вот к концу жизни человек уже за голову держится. Что же я, думаю, натворил-то? Вот, а тут, тут надо осторожно ходить, потому что гуси канадские, они мигрируют. И оставляют много следов. Такие здоровенные чушки, я вам скажу, летают. А, тут пасутся. Видите, как такая скульптура, что надо ее с разных сторон обходить, чтобы посмотреть. Это здание библиотеки, там читальный зал. Под этим куполом такое интересное решение. А вот, вот этот памятник, это памятник, можно сказать, ядерной реакции. Энрико Ферми здесь вот на территории университета впервые в 42-м году, по-моему, это было, получил устойчивую ядерную реакцию. И вот через 25 лет был поставлен этот памятник. И он так как бы с одной стороны на гриб похож, да, на, от ядерного взрыва, с другой стороны на череп человеческий. Смотрите, как. Университет, конечно, громадный. Для частного университета даже представить себе невозможно, какой он большой. Интересно, что вот рядом находящиеся вот эти корпуса, Мондельхолл, дальше Митчелл-Гауэр, тоже другие архитекторы. Но не так много проектировано, что могли позволить... В университете с вами. ...сказать, что начиная от этой арки, дальше по Башенку, они скопировали с одного из корпусов Оксфордского университета. Да, что ребята. Мне кажется, что показывать только небоскребы, но это красиво, для всякого сомнения, но это мало. Да, друзья, даже если не учиться здесь, например, а, да, тоже красиво. А представьте себе, студенты вот так каждый день ходят, смотрите, какая прелесть. Ой-ой-ой. Изумительно. Та же арка, но уже с другой стороны. Красиво. Знаете, друзья, невероятный запах свежести. Здесь, конечно, намного более влажно, чем в Калифорнии. И вот видите, зелень такая яркая. Октябрь месяц, можно сказать, середина октября. Видимо, подрезали травку недавно, потому что пахнет такой свежескошенный. Потрясающе красиво. Вы не представляете, друзья, как это все вот так, когда стоишь, смотришь. Невероятно. Я вам просто немедленно вам посоветую решать для вас. Когда куда-то приезжаешь, то времени обычно не так много. И пойти в музей там на целый день. И есть люди, очень любят музеи. Они специально едут, чтобы в музей попасть и посмотреть там на что-то. Ну, знаете, что я вспоминаю? Выставка была в Москве, я еще тогда, ну, помоложе был. И выставка называлась
Москва-Париж, как-то вот так она была. Вы правильно сказали. 20-е годы. Я помню. Вот эта выставка, да. И мы там ходили так внимательно, смотрели. И приходили какие-то группы небольшие французов. И я смотрю, они как-то стремительно движутся. Значит, а они просто на этой выставке, они хотели посмотреть там 3-4 работы. Вот они специально приходили и смотрели эти 3-4 работы. Остальное они просто пробегали. Я думаю, боже, тут так много красиво, чего же они бегут? Но сейчас я понимаю, что времени не было. Университет основан был 1892 году, такого плана. То есть он как бы не вчера. И я не знаю возраст конкретно вот этих зданий, но тоже видно, что какой-то отпечаток времени, стиля присутствует. А рядом современные, знаете. Прям готика такая. О как. А там люди работают. Вот, друзья, а все говорят, небоскребы, небоскребы. Музей, институт востоковедения, так можно сказать. Oriental Institute. Так, Институт Востока. Да. И тут же велосипеды студенческие. Вот это легендарный дом, архитектором Райтом построенный. Тут целый район есть Чикаго, который он построил как музей под открытым небом. Вы видите, сколько здесь туристов возле дома, построенного Райтом. Там музей сейчас в этом доме, кстати. Это был построен дом для заказчика. На семью, можно сказать. Да, вот видите, написано Фридерик Робби Хаус. Это для кого построили дом? А кто построил? Вот тут имя. Архитектор Фрэнк Ллойд Райт. Траст. И тут музей. С 10 до 3 там. Давайте отсюда посмотрим вот в такой перспективе. Красиво. Деревья. Красочные такие. Мы сейчас вот зайдем сюда, в эту церковь. Рокфеллер сам был известный магнат, довольно жестокий, но жизнь же она всегда на полутонах. Вот по существу на его деньги был построен этот университет. Там не только он один, но львиная доля именно его. Чем интересен этот собор? Дело в том, что протестанты, они же не всегда строят соборы, очень часто обычные молельные дома. Но если уже строят собор, то тогда обязательно великолепный орган. Вон он. И самое интересное здесь – это колокольня. Но мы ее, к сожалению, не увидим. Она построена в виде старинного коррельона. Это такая система колоколов, которая предназначена не только для перезвона, но и для исполнения мелодий. Здесь наверху 72 колокола. Они отличаются друг от друга весом, причем очень серьезно. Самый маленький – несколько паундов, самый большой – несколько тонн. И, соответственно, тональность звучания. Но поскольку их 72, вот перед вами полная клавиатура, по сути, обычный музыкальный инструмент. Каждый колокол от находящегося рядом отличается на полтона. Они исполняют здесь, они отмечают здесь разные мероприятия, не только для студентов и профессуры университета, а для всех жителей Большого Хайд-парка. Ну, естественно, этого вероисповедания. Они отмечают здесь свадьбы, рождение детей и похороны. И, в общем, эти вот, вся эта колокольня, коррельон этот старинный, они исполняют разные мелодии. Раньше исполняли из оперы Вагнера «Парсифаля», сейчас
специальный. Это живой человек стоит и дергает за эти веревки? Нет. Тут есть отдельный пульт. Сидит этот человек, у него такой клавишный пульт, как у пианино. Угу. Ничего себе. Ой-ой-ой. Да.